Анатолий Фетислям Абилович Абилов, герой Советского Союза. Фетислям Абилович родился в 1915 году в деревне Джадрашили, ныне село Ударное Джанкойского района. В 1939 году окончил пехотное училище в Тбилиси, в 1943 году ускоренные курсы военной академии имени Фрунзе. На фронте с июля 1941 года. Вначале был заместителем командира стрелкового батальона. Затем с 25 сентября 1942 года по 8 июня 1943 года командиром 1292 стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии на Западном фронте. За годы войны был трижды ранен и контужен. На Первом Белорусском фронте 130-й гвардейский полк под командованием подполковника Абилова в августе-сентябре 1944 года в боях по прорыву вражеской обороны на подступах к реке Нарев нанес врагу значительный урон в живой силе и технике. Веренный гвардии подполковнику Абилову стрелковый полк за 9 дней прошел с боями 50 километров и освободил 16 населенных пунктов. Командир полка Абилов дважды представлялся к званию Героя Советского Союза, но награждение ни в годы войны, ни в первые послевоенные годы не состоялось. И лишь 5 мая 1990 года указом президента СССР за мужество и героизм, проявленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, полковнику в отставке Абилову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».